Вера. Я Иван, эксперт по велоспорту. О мифах, которые его сегодня окружают, и поговорим. Велоспорт – отличный способ укрепить здоровье и мышцы. А еще забыть о проблемах, подумать о чем-то очень хорошем и поднять настроение. Свежий воздух, дорога и ветер в лицо. Настоящая гармония с самим собой. Но некоторые зожники считают, что приятных впечатлений от езды на велосипеде совсем немного. Почему? Все дело в мифах. Миф номер один. Велоспорт – это скучно. Я не согласен. Велоспорт – это не просто вид физической нагрузки, но и способ посмотреть мир. За одну поездку вы можете больше увидеть, чем даже за рулем автомобиля. Кроме того, велоспорт – это отсутствие монотонности. Это не просто крутить педали, держать дорогу. Здесь постоянно принимаешь решение, какую выбрать передачу, каким хватом держаться, какую выбрать траекторию и скорость движения. Миф номер два. Велосезон очень короткий. На самом деле это не так. Обычно велосезон начинается в конце апреля, начале мая и заканчивается в октябре. Все зависит от погоды, экипировки, снаряжения и самого велосипеда. Но после зимнего простоя не советую сразу отправляться на длинные дистанции, на большой скорости. Организм должен адаптироваться. Некоторые любители велоспорта не отказываются от прогулок даже зимой. Да, и такое возможно. Главное – правильно подготовить велосипед к зиме, позаботиться о зимней велоформе и учитывать особенности зимней дороги. Велоспорт – это сплошные плюсы. Это здоровье и красивое тело, хорошее настроение и яркие впечатления. А еще при езде на велосипеде вырабатывается гормон счастья. Покоряйте новые маршруты и будьте счастливы.